по адресу Среднефонтанская, 29, где в прошлом году была деформация галерейной части противоворотного флигеля, и часть флигеля имеет износ больше, чем ветхий. Могу сказать следующее. Две семьи было отселено с этой части здания. Одна семья отселилась к родственникам, вторая семья из трех человек была поселена в общежитие УГЭД. На сегодняшний день людям было предложено собрать пакет документов для переселения в маневренный фонд. Пока что ожидаем результатов сборов этих документов.